С 20 по 31 января в Слуцком районе усилен контроль за соблюдением водителями маршрутных автобусов и такси правил пассажирских перевозок. Слуцк ТВ совместно с представителями Государственной автомобильной и транспортной инспекции отправились в рейд по городу. Практически ежедневно в своей жизни мы связаны с пассажирскими перевозками. Мы используем их для перемещения из одного места в другое, как в рамках города, так и на дальние расстояния. Своих личных или рабочих целей. Недавно произошедшие серьезные аварии на транспорте показали, как важно следовать правилам и обеспечивать безопасность как для водителей, так и для пассажиров. Для оценки проведения должностными лицами порядка медицинского освидетельствования водителей и проверки технического состояния транспорта перед выездом приехали в контору таксопарка открытого акционерного общества «Савит и Ко» или «Яндекс.Такси». Должностных лиц на месте не оказалось. Выводы делайте сами. Все точки над «и» в ходе проверки, конечно же, будут расставлены. Хочется в очередной раз обратиться ко всем участникам дорожного движения, уважительно относиться друг к другу.